Площадь рисового поля Краснодарского края в нынешнем году свыше 125 тысяч гектаров, что на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Возделыванию этой важной культуры уделяется повышенное внимание. Аграрии Славянского района, которые в числе первых на Кубани приступили к севу риса, уже завершают посевную. Работы ведутся на последних гектарах рисовых чеков. Рисоводы закрытого акционерного общества «Приазовское» в минувшем году заняли первое место по урожайности риса в районе среди предприятий с посевной площадью более 3000 гектаров. Они получили по 77,7 центнера белого зерна с гектара. Прекрасный результат. И в 2019 году земледельцы делают все необходимое для получения отличного урожая. Глава Славянского района Роман Синеговский побывал в этом хозяйстве, чтобы из первых рук получить информацию о ходе сева основной культуры – риса. Генеральный директор закрытого акционерного общества «Приазовское» Иван Сирота рассказал о том, какие технологические новинки применяются на посевных работах и о том, как удается добиться высокого качества сева. В первом отделении хозяйства возделывается рис сортов «Рапан», «Хазар», «Флагман», «Патриот» на 777 гектарах. Это лучшие агросроки для сева риса. Вот. И температурный режим, и потом в дальнейшем позволяет отвегетировать рису в полном объеме. То есть это самое оптимальное то, что мы делаем. Естественно, закладка урожая с этого начинается. Так что, я думаю, все для этого есть. Как мы дальше сейчас работаем, подкормки, химия, еще много, конечно, процессов будет происходить в этом. Но маленькая заделочка к нормальному урожаю, сроки сева – это очень важно. Механизатор Сергей Рожко, который в прошлом году стал победителем краевого соревнования в номинации «Лучший жатчик на уборке риса», и сейчас работает с огоньком. Его техника, благодаря своевременному уходу, всегда в идеальном состоянии. В уборку риса было занял первое место по косьбе риса, по краю и по району. Настроение хорошее, работаем нормально с утра до вечера, погода позволяет. Отличная работа всех задействованных на севе позволила хозяйству в числе первых завершить сев риса на площади 3240 гектаров. Посеяв белое золото в лучшие сроки, приазовские рисоводы с высоким качеством проводят все агротехнические мероприятия, чтобы добиться наивысшей урожайности риса. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».